Ух, нихера, какая большая гусеница, да? Подставим ногу, вот моя нога, ребят. Пилары ползают. Чего у него хвост такой? Не знаю. Что это за гусеница? Интересно. Что это за гусеница, как думаешь? Не знаю. Кто из такой гусеницы выложился? Ребята, в комментариях пишите, что за гусеница. Это, может, ценная? Да ладно, я... Давай, только такой складки сегодня. Хорошо? Чтоб у меня спина прошла. Да. Давай, приятного аппетита. Ну как? На квасу? Угу. Вкусно? Вкусно. Хорошо, мы зашли. Пельмешки, да, вареники, да, у них называются? Угу. Вон там сейчас выбираем. Мы купили часы, получается, в этом, как он называется? Балмоле, да? Но, блин, засранцы не засняга. Такие красивые. Мы сейчас их заснимем, в машине они лежат. И сейчас нам надо купить детям в комнату, получается, радиатор большой. И обои посмотрим. Полтора метра, да, мы берем его? Или полтора. Да, то есть мы сейчас посмотрим. Все дело будет выглядеть. Потому что у нас холодновато, батареи не держат, те, которые существуют. Комната очень большая, и батареи не хватает. Ты мне тоже заваришь? Я тоже заварю. О, хорошо. Со сковородкой это в два раза меньше. Смотрите, какой блин большой принесли мальчики с жульеном. А это что, сгущенка? Нет, это масло. Да, ну? Масло это, так. Это, ну, это, лучше бы не лили, они это какое-то подобие масла. Не предупредили. Руку положи, примерно рядышком, хоть сравнительно. Такой масенький. Ну, он стоит 55 рублей, а в этом 100 рублей стоит. Блин, тебе не мешает сзади, вот ты села так? У тебя не давит? Пиписка вот, которая слева торчит. Ну понятно. Бедный ребенок. Так хотела она поесть. Я вчера голодала. Картошку. Сегодня полдня голодала, да. Картошку с грибами. А мне щуку с грибами принесли. Маслом нет? Не мазали вроде? Нет? Нету? Нету? Вот это водичка. Ну хорошо. Как по вкусу? Вкусно, но не вкусно. Картошка, грибы мне нравится. Давай, сейчас много. Я попробую. Что ты не видишь? Грибов. Обычно в жульене бывают курица, грибы и сыр. Я и только... в картошке поела? Только курицу вижу. Они были в твоей картошке? Да. Там все учтилось. А тут картошка, да, одна? Здесь курица только. Ну, значит, туда переложили больше, получается, в пельмени это... Грибы? Да. Они оттуда вычли, как бы тебе. У тебя специально за 5 минут сделали. Но так в целом. Ну вот мне понравились все эти с щукой. Ну, я второй раз, честно, не стал бы есть. Тяжеловато как-то немножко в желудке. Но понравилось. Есть можно, а ты? Мне вареники понравились, а блин, я второй раз не буду. Ну ладно. Тесто для блинов сладкое. Сейчас я пью чай. Я уже, ребят, 3 дня уже пью чай без сахара вообще. Маринка меня приучила. То есть до этого я вообще раньше давным-давно, там, лет 5 назад пил по 3-4 ложки вот на такую кружку сахара. Потом начал немножко уменьшать. Года полтора-два я пил по ложке, да, сахара. Да. И вот 3 дня я уже пил вообще без сахара. Причем черный и зеленый. Угу. Прикольно. Короче, в длине с жульеном не хватает грибов, угу, и не хватает сыра. Добавлены сливки, курица в сливках. Надо было назвать курицу в сливках, но никак не жульен. То есть курица, лук жареный. Сейчас попросим денег с них обратно. А? Денег попросим обратно. Ну, мы попробовали больше. Теперь знаем, что брать и что не брать. Да. Не, ну эти тоже отличаются. Блин. Что? Это нет, так они... подключение, а это нижнее, а это универсальное. Ну да, ну вот, ребят, такие, Великобритания, получается, вот гарантия 10 лет, вот такие мы хотим взять, такие, как у нас стоят дома, то есть не хотим интерьер менять, именно взять такой радиатор, только хотим взять 500 на 1200, вот такой вот длинный. А вот он, вот это и есть, вот это тоже, вот что? Он производство. Что производство? 3895, это этот. Что? Турция. 10 лет гарантии нет. Это да? Да. Но у него подключение только боковое, у того универсальное. А кто производитель?
здесь написано Польша. А вот это Польша, значит, да, как бы? Тоже такая фирма одна, значит, там тоже. А здесь получается, эти что висят? Видишь, написано Великобритания. Да. Нижний, вот, видишь, нижнее подключение. Вон они откуда подключаются. Uh-huh. Вот. А у этих, видишь, универсальное подключение. Да. Но нам, нам нижнее не надо. Нам нижнее не надо. То есть нам надо как раз вот то нормальное было. Боковое. Как у нас здесь стоят. Вот 4590. Это вот он. Великобритания, да, вот это вот? Опять. 4590, ну. Выдвинь, вот здесь будет написано, кто. Ну, конечно. А не двигаем, застучно. Сделано в Польше написано. Да? То есть вот что здесь и что здесь, почему-то разное написано. Тип 22. Что вы, короче, запутались, ребят. Да. Ну, вот такое дело мы хотим купить домой. Сейчас мы ценник посмотрим, где стоит. Ценник нормальный, потому что в одном месте мы были в Баумоле, там вообще, короче, висят эти, Казахстан, 5 лет гарантии, и такая же цена, мы что-то не решились. Ага. Поэтому посмотрим, что Великобритания и Польша нам предоставят. Говорю, ребят, жене надо вот такого плана ручку. Вот, смотрите, да, она как бы такая, как бы серебристая вроде, да, но она в то же время как такая... Как медь какую-то. Да, а мне она говорит, вот такая? Ну как она может быть вот такой, если она вот такая? Ну как она может быть вот такой? Объясни. Сломала ванную ручку? А почему так я? Да потому что вы все ломаете. Я только делать не успеваю за вами. Вот такая ручка. Стоит она 488 рублей. Короче, радиатор мы здесь не нашли, а радиатор здесь дороже, да? Да. Поехали. И гарантия 5 лет, да. Поедем в Польшу, возьмем гарантии 10 лет. Ну поехали давай, что здесь? Поехали. Ручку мы засняли, а если что, на обратном пути заскочим. Обоев здесь тоже мы не нашли. Пошли. Не пришли, может, а где они там? Что, не я тебя снимаю, да? А ты меня снимаешь? Мы решили в детской делать ремонт. Да, Саша большую часть своими руками будет делать. Купил там, чтобы пробивать эти розетки переносить. Да. Кабель купил. Коронка называется по бетону. Ну, коронку нынче взял, попробую. Алмазная какая-то. Да, взял для... болгарки, тяжелых перфораторов. Сейчас что берем? Сейчас возьмем хорошие. Ребят, не экономьте никогда на розетках, никогда не экономьте на выключателях, берите только качественное. Есть прописано, сколько выдерживает нагрузку. То есть, если это пластик, то пластик. Если это керамика, то керамика. Но керамика больше сейчас части идет китайская. То есть, вот я беру пластик, но пластик с запасом, то есть, который как раз срабатывает на такие вот смыкания. Не важно, что у вас дома, сейчас многие напишут, что у нас там дома есть сейчас автоматы. Да, во всех домах новых автоматы есть, но лучше, и вот я живу таким понятием, перебздеть, да, Маринка? Я так живу, да? Чем не добздеть? Вот, поэтому я всегда беру с запасом, с такой лет на 10 и не парюсь. Вот сейчас я посмотрю производителя, чтобы был не Китай, а такие есть тоже моменты. Что скажешь по отзывчивости продавцов сегодня? В Касторами, ну... Из 90%, из 90, ну, из 100, да, вот как бы, 90 вообще ни о чем. То есть стоят по трое, по четверо, разговаривают. Ну, как я не вру, тут Маринке можете спросить. А мы ждали практически 20 минут, по камерам это можно посмотреть, кто здесь занимается, то есть могут посмотреть в тесторами. Мы ждали это время, пока нам подойдет человек, который покажет радиаторы. Да. Ну итоге... вот опять у нас очень быстро получилось, нам подсказали по проводам. Да, по проводам человек подошел, очень вежливо как подсказал, прям рассказал, что вот что там, вот три жилы, третья, десятая, туда-сюда, вот это. По проводам вот это пришли, молодой человек, конечно, лайк тебе. Да, и вот тоже быстренько вот нам помог, объяснил, что лучше выбрать для сверления бетона, да? Да, молодой человек. Мужчина. Радиатор, кто занимается, такую сделал морду недовольную. Да он вообще нам выписывал, как будто бы мы ему должны еще что-то. Да. Хотя мы покупатели, да? Какой-то рыженький немножко парень. Вот. Поэтому... Ты что-то да. выбрал? Да, я сейчас читаю просто про фирмы. Просто здесь были раньше итальянские у них фирмы. Вот я сейчас, к сожалению, пока не вижу. Вижу с Украины, вижу, получается, Китай. Ну, мы с тобой смотрели сегодня в Баумоле, в Леруа Марлен, тоже Казахстан и да, Китай с Украиной, стало, видимо. Да, очень много стало, как раз Украина, Казахстан.
Мы ничего против не имеем, но хотелось бы с запасом взять что-нибудь. Италию. Вот у меня дома на кухне стоят итальянские розетки. А еще хотелось сказать по радиаторам, да, вывеска одна, там производитель Финляндия указана. Мы сейчас будем мимо проходить, покажем, что информация недостоверна, на самом деле, сильно. Ну, это, видимо, я говорю, так вот нужно. Мы уже несколько роликов снимали про Кастораму. То есть, я так понимаю, если был бы директор здесь нормальный, адекватный, вот именно здесь в Перми, он бы это все уже устранил, и клиентам бы улыбались, и клиентам бы помогали. А не так, что там 3-4 человека из Кастрамы стоят, разговаривают. Я говорю, подхожу, я говорю, ребята, вы извините, что, конечно, вас открываю. Вот как бы, ну, у вас что-то серьезное происходит, вы тут хохочете, 3-10, там, в телефончиках что-то смотрите. Я говорю, ну, может, ко мне все-таки подойдет человек, который мне по радиаторам подскажет. Потому что я уже, говорю, подходил, мне сказали, что сейчас подойдет, в итоге никто не подошел. И подходит вот этот рыженький небольшой, такой, с недовольной мордой, как бы, знаете. Это, я говорю, на совести как бы людей, кто торгует здесь, потому что это их клиенты, то есть они отталкивают этих самых. Uh-huh. Вот, ребята, вот такие скрутки, не забывайте никогда, это очень хорошая вещь. Кабеля, когда пассатижами скрутили, обязательно сверху еще такую скруточку посадите. Изоленты замотайте, и будет вам счастье на много-много лет. Так, ну, конечно, можно вот такими скручивать, кто-то сейчас скажет. Но для меня все-таки больше вот такой вариант удобен. Конечно, да, тоже прям. Поменяли чашечки, были красные, стали зеленые, они чуть поглубже. Да, сейчас специально таким затягивают. Раньше все были однотипные, ребят. Сейчас придумали, короче, 4 типа. 5 рублей самые дешевые, они вот такие внутри. Узенькие. Не глубокие, да, то есть проводку не запихнешь. А, и побольше. И все-таки вот эти 12 рублей. Да, в 2 раза дороже, чем красные. Да. Так, сколько получается? 16 миллиметров, да. У нас просто. Ну, я, конечно, взял, но мне Маринка очень ругать будет. Ой, как она не любит, когда я беру такие вещи. Ну, я, наверное, возьму. Что-то как бы и рискну. Получить пизделей. Вы не видели ее лицо сейчас? Ну, все перебедняется. Он же меня не слушает, он все равно берет, что ему надо. Только при этом ухает, ахает и это. Мощная. Говорит, что я вечно совсем не согласна. Мощная, хорошая, возьму. Все-таки это для дома. А вторую ты зачем взял, если это взял? Вот видите, да? Нужно. И вот этот нужно мне. Очень нужно. Очень. Я тем выложу, там маленькие у меня есть, а вот эти оставлю. Хорошие. Стяжки это. Вот, у кого стяжек нету, это все пропало. Мы этими стяжками стягиваем все. Ну вы видели, мы даже под раковины ими стягиваем. Да. Это наша слабость. Стяжки это да. Стяжки это вещь.